Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на Ютубе! Ребята, всем большой приветик! С вами по-прежнему Овер, и добро пожаловать в симулятор разрушения манекена! В общем, друзья, наши эксперименты над рэгдоллами продолжаются. Мы продолжаем смотреть на всевозможные прикольные классные карты, а также, друзья, конечно же, веселиться. Я надеюсь, вы успели поставить лайк за 3 секунды. А если по каким-то причинам вы еще не поставили лайкусик, то, друзья, у вас вторая попытка. Прямо сейчас поставьте лайк, а также напишите положительный комментарий. Заранее вам огромное спасибо. Ну что ж, ребят, первый уровень, на который мы сегодня посмотрим, называется лава. У нас на полу, ребят, вот такие вот кусочки лавы. Это довольно забавно, потому что здесь у нас лава не растеклась, а лава сосредоточена вот в таких, ребят, получается, булыжниках, камнях непонятных. Вот посмотрите, ребят, вот это, короче, лавовый какой-то камень. Я специально, друзья, ничего не тестировал, ничего не смотрел. Я хочу вместе с вами сейчас впервые посмотреть, что будет, друзья, с манекеном, что будет с рэгдоллом, если он упадет на вот такой кусочек лавы. Давайте для начала, ребят, можем просто ручку одну манекена вот так. Оп. Минус рука, ребят. Сразу минус рэгдолл. Серьезно? Посмотрите, ребят, как быстро, короче, огонь распространяется по нашему манекену. Вот наш манекенчик. Так, давайте его вот так приблизим. Давайте вот просто, ребят, ручку я тяну. Вот, смотрите. Бац! Оу! Минус рука! Вот сейчас рука сгорела полностью. Оп! И сейчас сгорела. А ну-ка, ребят, давайте ножку. В этот раз огонь не распространяется, друзья. Серьезно? О-о-о! Вот сейчас распространяться начал. Офигеть! Ну давайте вот так много рэгдоллов, друзья, запустим в лаву и... И все они, ребят, сгорают у нас. Серьезно? Вот так вот, друзья, легко и просто лава уничтожает наших рэгдоллов. Давайте попробуем добавить, ребят. У меня есть тут еще несколько рэгдольчиков. Вот, посмотрите, ребят, у меня есть специально для такого уровня лавовый демон, который как бы сам состоит из огня, друзья. И давайте посмотрим, что будет с этим демоном, если он попадет в свою стихию, если он, огненный демон, попадет в огонь. Посмотрите, ребят, ему просто пофиг, он просто не сгорает. Вот это лайкусик, ребят, вот это топчик. Например, вот наш рэгдолл сгорает, но лавовому демону вообще по барабану, друзья. Вот за это я люблю вот такие игры, потому что вся прелесть данных, ребят, симуляторов заключается вот в таких прикольных мелочах. Ну что ж, давайте попробуем протестировать нашего, друзья, вот такого демона против обычного рэгдолла. Давайте его заспавним и посмотрим, что будет с обычным пацаном, если на него нападет вот такой демон. Итак, ребят, оба! Неплохо, ребят. Слушайте, неплохо я вот так вот раскалываю чувака. Ну-ка. У-ху-ху! Он еще и сгорает, серьезно? То есть у него есть такая функция, друзья. Если он... Ух ты! Ух ты, как это работает. Я думал, что это огненный меч, ребят, у нас поджигает пацанов. А видите, нифига, это у нас тело нашего демона поджигает пацанов. У-ху! Вот такой вот, ребят, сегодня какой-то огненный выпуск у нас. А если рогами своими? Чжау! Сразу разносит, ребят, рогами пацана. Офигеть, ребят. Вообще на изичах. Просто уничтожает легко и просто, ребят, он наших пацанов. Вот это демон. Ну-ка, давайте его сравним тоже, друзья, с такой вот жесткой нечистью. У меня есть вот такой король скелетов, друзья. Ставьте ставочки, кто будет сильнее. Вот такой король скелетов, либо все-таки, друзья, наш огненный демон. Давайте за демона попробуем ударить. Ой, а скелет-то у нас сгорает, ребят. Ух ты, нифига себе. А может быть, ребят, знаете как? Если мы первым ударим за скелета, то, может быть, демон нас умрет? Ну-ка. На, по голове. Нет! У нас, блин, демон, друзья, вообще просто, друзья, неубиваемый. То есть даже вот этот скелет, по идее, бессмертный, не может справиться, друзья, просто с демоном. Это довольно круто. Вот, ладно, давайте двух добавлю. Так, смотрите, полетел. Пам! И просто умирает, ребят. Он просто умирает, он сгорает от этого демона. Ну, а людей как? Оп, 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 на! Ну, в принципе, наш скелет, ребят, даже и людишек не особо уничтожает. Хотя, в принципе, ну-ка, давайте, давайте, ребят, заспавним много людей. Вот так поставим. Все, с демоном мы разобрались. Демон у нас невероятно жесткий. Хорошо, это я понял. А, берем скелета. Берем вот так его. И просто людишек сейчас...
У-ху-ху-ху-ху! Не, ребят, беру свои слова обратно. Скелет у нас тоже мощный. Ну, правда, косточки уже отлетели, да, половина там рука куда-то улетела, но нож остался, ребят. Кстати, нож... А-ха! Вон его рука, ребят, кость, она в этом ножу, в мече, блин. Но людишек он уничтожил, друзья, людишек он убил. Ну что ж, ребят, смотрите, с одной стороны у нас демоны, скелеты, с другой стороны у нас люди, и вы скажете, Овер, ну блин, ты уже их сравнивал и так далее. Нет, друзья, я хочу протестировать гигантскую атомную бомбу! Стоп, серьезно? Подождите, ребят, это было так быстро? Это было настолько быстро. Ну-ка, давайте отдалим, ребят. Вот так вот отдаляем. Я хочу заспавнить еще раз эту бомбу. Вот она, гигантская атомная бомба. Воу! Нифига она, ребят, мощная. Ну-ка, давайте заполним просто рэгдоллами. Вот так вот все наше пространство обычными, друзья, рэгдоллами. Посмотрим, что будет с ними, если на них упадет гигантская атомная бомба. Блин, такого размера бомб, друзья, еще у нас не было ни разу. Так, и все, у меня, короче, подглючила игра. Как обычно, друзья, это бывает. О боже, о май гад, что происходит, ребят? Слишком много рэгдоллов, мой компудахтер просто не вывозит, друзья. О боже, как же это все дергается. Так, давайте поменьше, ребят, поменьше, поменьше, поменьше добавим. Ну, в принципе, вот так, я думаю, хватит. Все, спавним гигантскую бомбу, ставим слоу-мо и смотрим, ребят, что из этого получится. Полетела бомба на пацанов. Взрыв, ребята, взрыв невероятно мощный. Пацаны умирают, ну-ка, выключаем слоу-мо. Офигеть, ребят, вот это жесткач. Вот так вот спавнит туда людей, а они все равно, ребят, умирают. Они прям внутри и все равно умирают. Блин, ну это, ребят, просто лайкусик. Это вообще класс. Ну и давайте протестируем последнюю, друзья, мою вот такую новиночку, которую я приготовил для вас. Помните, в предыдущем ролике у нас был чувачок с пистолетом вместо головы. А сейчас у нас чувачок с ножом вместо головы. Давайте попробуем уничтожить кого-нибудь рэгдолла. Вот так прыгаем. Опа! Нифига себе, вот такие угарные постройки, ребят, вроде бы ничего сложного, да, просто голову заменили на нож. А сколько угара, друзья, сразу появляется. Ладно, давайте его, короче, попробуем запульнуть вот так в чувачков. Берем. Так, нет. Так, ребят, погодите, где он? Он у нас улетел, я хочу в другую сторону, короче, хочу запульнуть, во. Ну-ка, сейчас, о, отлично, ребят. И вот так вот растягиваем. Вот я дурак, ребят, не в ту сторону. Так, давайте сделаем, ребят, нормально. Во, и просто полетел в наших пацанов. О, жесткач, друзья. Ну, вот такой фан я обожаю, ребят. Вот это угарчик, вот это всегда прикольно, вот это всегда круто. Но это еще не все. Давайте посмотрим на отдельный уровень, который я, ребят, также подготовил для вас. А здесь у нас уровень, связанный с ограблением. Шайка бандитов напала на обычных пацанов. Первый у нас, ребят, сбитый. Полетел на пацана. А, бита еще и, ребят, с такими, с проволокой. На, минус один пацанчик. Этот, кстати, тоже у нас сам себя, ребят, убил. Дальше, второй у нас летит с ножом. Вот так вот на двоих. Бам, ножом вот так затыкал, ребят. Чик-чик-чик. Ограбить. Заберу все ваши телефоны, заберу все ваши кошельки, карточки и деньги. И последний, ребят, с топором входит просто в бой. Бэмс, бэмс. Бамс! Уничтожает, ребят, просто наших обычных рэгдоллов. Но вот этот парень выжил, ребят. Он выжил, он молодец. У него получилось, друзья, выжить. И вот этот парень выжил. У них есть шансы на отпор. Этот пацанчик достает пистолет, ребят, и начинает пистолетом просто расстреливать всех. Бам-бам-бам! Не попадает, промахивается, подносит пистолет ближе. Управляет пистолетом издалека, сбрасывает маску с пацаненка, достреливает, друзья, полностью. И, в общем, короче, уничтожает всех бандитов, ребят, наш пацанчик. И вообще, на самом деле, ребят, так как я этим всем управляю, так как я здесь босс, так как я здесь главный, я хочу, ребят, использовать свою все-таки угарную штуку, ради которой я вообще и запустил уровень, друзья. Я хочу этих пацанов уничтожить, ребят. Гигантской атомной бомбой! У нас все, друзья, сметается на нашем пути. У нас пацаны умирают, у нас пацаны сходят с ума.
Ну что ж, друзья, в принципе, на этом мой вот такой вот забавный ролик заканчивается. Я надеюсь, что видосик вам понравился. Ребят, обязательно подписывайтесь на канал, не забывайте про лайки, про колокольчики, про положительные комментарии. В описании, друзья, ищите ссылочки на мои социальные сети, ВКонтакте, Инстаграм, подписывайтесь туда, будет безумно-безумно приятно. А также, друзья, пишите, что мне еще такого интересного позаписывать в этой увлекательной игрушке, либо какие новые игрушки позаписывать на канал. Ну а на этом у меня точно все. С вами по-прежнему был Овер, мы играли в Mutilate Edol 2, всем удачи и пока-пока!